оказалась в своей комнате, плотно закрыла дверь и задвинула ее письменным столом. Сердце колотилось, в голове шумело. Такого не может быть. Просто не может быть. Но это было. Было по-настоящему. Мертвая старуха с закрытыми глазами и побелевшим лицом шла по коридору осторожно и медленно. Из-за двери донесся ее голос. «Почему ты ушла? Помоги мне. Руки не разгибаются. Разогни их. Выйди. Открой дверь». Счет времени сиделка потеряла, но когда старуха затихла, за окном уже светало. Наконец, женщина решилась выглянуть из комнаты. В коридоре никого. Она медленно дошла до комнаты старухи, дверь в которую была плотно закрыта. Старуха лежала на кровати. Руки сложены на груди, челюсть подвязана платком, на белых щеках иней. Только вот одеяло валялось на полу,